Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. Если у вас есть хронический запор, и вы хотите избавиться от запора раз и навсегда, быстро, в домашних условиях, возможно, без лекарств, то смотрите дальше это видео. Я, диетолог Борис Скачко, раскрою секреты, как правильно приготовить и использовать всего два продукта питания в вашем рационе, чтобы избавиться от запора у ребенка и взрослого. Избавиться от запора у женщины после родов, либо во время беременности. Даже в этих состояниях для кормящей женщины эти средства не будут противопоказаны. Также можно избавиться от запора без лекарств, быстро, в домашних условиях, навсегда, если вы используете полезные советы диетолога. Наиболее частая причина запора у современного человека, она банальна. Малое количество клетчатки в рационе современного человека, у вас вялый кишечник, очищение кишечника по утру не состоялось. Идет брожение, гниение, интоксикация, ухудшение работы печени, почек. У вас появляется неприятный запах изо рта, от тела. У вас выпадают волосы, в худшем состоянии ногти. У вас много проблем. Обостряется вегетосуистодистония. И все эти бонусы, все эти особенности своего здоровья вы можете постепенно устранить, если правильно используете вот эти два продукта питания. И что бы я советовал вам ежедневно использовать в своем рационе, чтобы объем каловых масс был достаточный для очищения кишечника, это правильно использовать свеклу красную. Как приготовить свеклу? Выбор ваш. Тушеная, отварная, запеченная, бланшированная. Любой вид термической обработки, при котором свекла сварилась, ее клетчатка помогает очищать кишечник, но еще и снабжает ваш рацион полезными питательными веществами из свеклы. Это тоже определенный бонус. Если ежедневно использовать во вторую половину дня свеклу, то вам легко удастся избавиться от запора и ребенка, и взрослого, и при беременности, и после родов. Раз и навсегда, но ежедневно используя. Однако такое видео на моем канале есть. И свекла красная помогает избавиться от запора не у всех. Я вас прекрасно понимаю. Очень часто приходится в некоторых запущенных случаях, чтобы избавиться от запора, увеличивать свеклу красную до того момента, когда вы питаетесь одной свеклой. Свекольная диета у всех избавит вас от запора, но все же рацион питания на одной свекле длительно поддерживать сложно, без ущерба для здоровья. Поэтому диетолог Скачко советует правильно внести в свой рацион еще один продукт питания и правильно приготовить это — семена льна. Что вам нужно делать? Столовая ложка семян льна, 200-300 мл холодной воды, это принципиальное условие. Взбалтываете для того, чтобы слизь с поверхности семян льна перешла в раствор, при этом вода мутнеет. И используете во второй половине дня, в легких случаях запоров, вечером перед сном, после ужина. Более тяжелые запоры, можно от них избавиться, если использовать и вечером перед сном, и после полдника, возможно, после обеда. Тут количество слизи семян льна зависит уже от того, насколько запущенный запор у вас, насколько в плохом состоянии у вас кишечник и пищеварительная система в целом. Если и в этом случае у вас не удалось избавиться от запоров, вам нужно приготовить семена льна несколько по-иному. Иными словами, вы из цельных семян льна, либо из измельченных можете, отжимаете масло семян льна и используете масло по чайной ложке 2-3 раза в день с едой. В этом случае вы устраняете еще одну причину запора, а именно дискинезия желчного пузыря. Не дает своевременно сбросить желчь в кишечник, и у вас нет еще одного раздражителя пищеварительной системы, чтобы очищение кишечника по утру состоялось самостоятельно. Ну, если вы не можете отжать масло семян льна в домашних условиях, конечно, придется масло купить и использовать, как я уже рассказал, обязательно во время еды, 2-3 раза в день и до получения результата. Используя вот эти простые средства в домашних условиях, вы можете избавиться от запора быстро, навсегда. И неважно, вам нужно избавиться от запора у ребенка, либо у взрослого, у беременной, либо у кормящей женщины. В любом случае, вы получите тот результат, который вы хотели получить. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.
А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, я думаю, что лайк на это видео уже можно поставить. Очень простой, доступный способ избавиться от запора в домашних условиях быстро и навсегда я вам рассказал. Ну, от вас только исполнять. Использовать эти полезные советы диетолога, чтобы очищение кишечника состоялось как минимум один раз в день утром. Оптимально еще и во второй половине дня. В таком случае ваш организм будет максимально полно избавляться от продуктов брожения и гниения, которые могли быть в кишечнике, и из-за которых могла появляться и веетосуистая дистония, и ухудшаться состояние волос, ногтей, мог изменяться запах изо рта в сторону ухудшения, выпадать волосы. То есть эти все бонусы вы получаете, когда очищаете кишечник правильно и смогли вовремя, своевременно избавиться от запора. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко, это YouTube, а также Школа Доктора Скачко в Instagram. И не забывайте искать кулинарный канал Доктора Скачко. Там много полезного видео, как готовить различные продукты питания, чтобы вы жили лучше и дольше. До новых встреч!